Ну что ж, Ариару народу, микрофон Мамору, и это новая серия по такой увлекательной игрушке, как Rim World. В прошлой серии мы остановились на том, что начали размещать место для постройки склада. Ну и недалеко отходя от кассы, мы продолжаем. Думаю, у нас дерево больше всего, из дерева я сделаю склад. Таким вот образом. Думаю, вот таких размеров нам. Увеличение склада поможет чем-нибудь? Хотя бы вот таких размеров сначала увеличить, потом уже будем думать, что и как. Так нужно будет здесь все. А, сохранение долго. Тут дом закрыть выше. Также нужно будет сделать срочным образом мебель и спальные места для животных. Раз, ну, через одну клетку. А также мы сделаем сейчас область индюшатни. Область уменьшить доступный индюшатник. Вот все. Уменьшаем до таких вот размеров. Также расширяем наш индюшатник вот в такие рамки. Думаю, стены нам не зачем, поэтому так вот. Все замечательно. И вот это все мы... Ага. То есть они не будут ходить по-другому. Вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. И... расширяем индюшатник до вот таких вот размеров. Все. Также у нас все замечательно. Теперь у нас можем сделать всю эту область вот так вот под склад. Я объясню сейчас, что я собираюсь сделать. Я собираюсь сейчас систематизировать наш склад, чтобы у нас все в одном месте не валялось. А на этом складу мы это все, одежду и оружие, запрещаем. Все замечательно. Также нужно будет вот это вот переставить сюда. Пельмень, займись, пожалуйста, этим вот срочным, прям максимально срочным, чтобы я построил здесь блок и не забыл об этом. Все. И вот это все, вот эти вот все блоки, которые у нас здесь лишние стоят, нужно будет демонтировать. А что с тобой, это что так медленно идешь? Прерывное солнце, сон на холоде. В смысле сон на холоде? 12 градусов, это холодно для вас? Давайте включим обогреватель. Просто уже началась осень, я так понимаю, да. Я увидел свою ошибку в расчетах, и, пожалуй, ее нужно будет исправлять. И уменьшаем область вот до таких пор. Это не будет у нас областью для посадки, будет вот эта область только. Потому что здесь у нас будет холодильник, где будет храниться массивная трава. Почему у нас не хватает электричества? Неужели на выработке двух генераторов, ветрогенераторов, не хватает на все это дело? Окей, я поставлю еще два, это не проблема, у нас ресурсов хватает. Просто не рассчитывал, что это в скором времени это начнет происходить. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Теперь у нас ветрогенераторы построены, и это значит... пельмени ярычан поздравили. Класс. Пельмени... Охренеть. Ричан, спасай! Пошел он сам себя лечить. Лечи его. И займись лечением. У тебя обычные синяки, так понимаю, да? Ушиб, укус, охренеть. Человеческие зубы. Что у тебя по здоровью? Почему ты ходить не можешь? Ужасно будет, охрана. Пельмень, возьми свой лук. Это, конечно, не кстати, то, что построили два поселенца. Почему? Друг Ричан, вы друзья. Причинил мне вред, принимая примирительная драка плюс 38. А, вау, спас меня плюс 15, окей. Ух ты, давай торговать. Торговый караван нам нужен. Малая скульптура, давай. Все-таки. Я не пойму, что-то. Окей, ладно. Косяк, значит, это мы им продаем, окей. Мы сможем купить себе медикаменты. Хиновый чай мы можем весь вам продать, потому что нам он по сути не нужен. Косяк дома листа мы вам продаем весь. Порошок психина мы вас тоже продаем. Скульптуры из дерева, скульптуры из мрамора приносит нам доход, поэтому продаем. А, вот, два человека, окей, мужского пола. Думаю, человеки нам пока не нужны, поэтому так вот. И все. Займитесь переноской, пожалуйста, в скором времени это нужно. Тем временем у нас заканчивается мясо, этого не есть хорошо, ребят. Закончилось в принципе мясо.
В принципе, вот эти вот стадо альфакт можно... Нет. Приручить, а потом мы заколем их. Какой гениальный. То есть, как мы моей задумке должно быть? Тут должна быть плюсовая температура. Скорее всего, это можно будет обеспечить благодаря гейзеру. Тут у нас будет минусовая температура из-за того, что... поставлю тут кондиктор. Так, ага, уходи. Я не против. А тут у нас будет также плюсовая температура из-за того, что это все сообщено. Думаю, если все пойдет по моему плану, будет шикарно. Альпаку мы приручили. И теперь можем их О, как вас много. Заколоть. Индюшку не отколоть не надо. Индюк. Два индюка и две индюшки. Яйцо. Ура! У нас есть яйцо. Первое яйцо. Яйцо расположенное на улице. Давайте его за... Также эту область у нас будет склад. Животного происхождения, яйца, неоплодотворенные, оплодотворенные все. Так, яйцо есть. Неоплодотворенное. Оплодотворенное все-таки. И что это за... Ребята, нужно построить крышу здесь вот в срочном порядке. Это раз, а во-вторых, тут нужно будет поставить дверь, и, скажем, из гранита все равно. А, не сюда, вот сюда. Пельмень, займись, пожалуйста, этим. Работайте, там босс еще кто-нибудь. Постройте крышу, пожалуйста, срочно. Срочно, ребята. Пельмень, доделай, пожалуйста, и потом спать будешь, сейчас. Все, смотрим. И теперь у нас... И 128%, скоро у нас будет новая индюшка. Это очень-очень классно, ребят. Да, можно сказать, сейчас у нас будет почти ферма индюшек на высоте. Можете есть, так, что по нуждам. Сытость начала восполняться, и это хорошо. Это очень замечательно, ребят. Свинок можно приручить еще. Сколько вас тут? То есть вот этих все можно приручить и съесть. Как много мяса у нас. То есть буквально, когда мы их приручаем, они становятся менее агрессивными, мы их можем съесть. То есть они, мы когда их колем, когда они приручены, они к нам дамаг не нанесут, и это очень замечательно. Область нам нужно расширять, потому что заняли ветряки, и это не есть хорошо. Крушение капсулы. О боже, космическая беженца из пробурной доминион. Бывший муж Спиди. Смерть через 7 часов. Персона на общение. Ближний, дальний, хорошо. Ключан, спасай ее. Просто спасай. Так, альпаки, которые здесь, их можно будет забивать. Вот этих всех альпак можно забивать. Раз, две альпаки забивайте. Вот это тоже забивайте. Олени сходят с ума. Так, это плохо. Пельмень. Сюда. Срочно, причем. Ты сюда, ты спи, ты сюда, любос сюда, ты сюда. Все, вперед, давай, тигль. Это нужно прямо вот скорее, да, все. Мы успели, прежде чем они начали на нас. И еще одна лениха. Все. Пельмень. Тебе нужно будет прям в очень срочном порядке добить. Давай ты поближе подойдешь. Пельмень, беги. Пельмень. Так, блин, вы далеко уже, да? Вы готовы сюда. Пельмень, беги сюда. Сеня, направить. Сеня, вставай. Потому что я не ожидал, что их там больше. Неожиданно, пельмень. Убегай сюда, пельмень, убегай. Каски, давай спасай меня. Давайте добьем ее. Вы серьезно? Вы подвижущийся телефон? Все замечательно.
Дыхать, синий, все. Так, это было потно. Я не ожидал, что олени принесут нам столько вреда. Мы хаски повредили. Хаски, хаски, хаскричан. Кричан, пожалуйста, вылечи. Юмио. По питомцам. Сиди. Пожалуй, пельмени дам одну хаски. Я тут этот пельмени дам. Это отсутствует. Спиди пусть будет. Без разницы. Теперь зато у нас есть и альпаки, и олени, и в этом проблем нет. Его забиваем. С мясом теперь у нас точно проблем нет. На самом деле кухню надо будет перенести сюда. Думаю. Или как-нибудь перепланировку сделать таким образом, чтобы у нас столовая была отдельно от кухни. Но это позже будет. А, то есть ты у нас можешь ходить, но будешь у нас лежать и нам просто глаза морозить, да? Конечно, нужно будет вот так вот в двух местах вот так вот поставить. В теории, если у нас здесь есть порой гейзер, он же у него температура же не ебически какая, то для себя пространство должно сейчас повышаться температура. Если я правильно сделал. Посмотрим, и теперь 15 градусов. Это очень даже много. Так, стоять. Пельмени этот. Погодите, пока разрушать крушу. Давайте мы стену из гранита сделаем. А хотя лучше из дерева. Что нам? Дерево. Раз, два, три, четыре, пять. Вот этот вот оставляем блок. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Раз, два. Ну, вот таким вот образом. Хоп. И еще хоп. А это мы расширяем, да, вот таких вот невъебических размеров. Все, вперед. Это нужно для того, чтобы крыша не обрушалась. Сколько у нас одежды? Ё-моё. Так, еще нужно будет. У нас только дерева много, можно будет здесь покрытие из дерева. Чтобы тут ничего не росло и можно было комфортно передвигаться. Смотрим. Провод гейзер. И теперь 16 градусов температуры. Я, наверное, аккумуляторы поставлю все-таки. Как временный вариант. Даже вот так вот, хоп, здесь раз сделаю. Ветрогенератор ставлю вот таким вот образом. По производству. Солнечная лампа. Раз. И два. Ага. И думаю, у вас есть работа. А также эту дверь надо. Ага. И самое главное, это я забыл строить крышу вот здесь. Построить, построили. Пельмень, займись, пожалуйста, вот эти вот. А босс, пожалуй, вот этот пусть займется этим. Ух ты, сколько. Козлы, альпаки, у нас до хрена этого мяса. Зачем мы его приручаем? Не знаю. Пускай будет. Сколько? Охренеть, вас тут много. А давайте сохранимся. Теперь мы делаем, что ограничение домашней области. Всем ставим. Пельмени сюда. Это надо делать быстро, 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 потому что они у нас на хвосте. Главное, чтобы крокус успел. Успеваю, успеваю, успеваю. Есть, нечестно. Теперь главное, чтобы все нормально прошло. Атакуем спиди. Пускай с поводка. Стреляем в ближнего. Еще. Вот это лучше стрелять. Не знаю, зачем они так приспут. Добиваем. Еще добиваем. Замечательно. Справились. Это... Собачки вообще, это идичная тема, так. У вас они все мертвые и... это вообще на изи. Зато видим плюс кровавого гейзера, то что это все охлаждается вообще на изи, и тут 10 градусов тепла. Смерть от маки.
Потеря крови. Какая печаль. Какая беда. Потеря крови. Психолистия. Ура! Зачем мне психолистия? Я же из них ничего делать не могу. Пока ничего не здесь не будет сеяться. И пусть соберется этот весь урожай. И за... я зачем? Не знаю. Ну, пускай соберется. Я не ожидал, что он настолько много жрет энергии, поэтому еще нужен один генератор. Не займись этим, пожалуйста. А босс застрой вот это. Смотри, яиц нету. Это значит то, что у нас есть новые индюшки. Нет, не есть. Нет у нас новых индюшек. Ладно. Окей, хорошо. Это странно, на самом деле, босс. Угу. Пельмень босс, я уже всех путаю. Я забыл, совершенно забыл. То, что нам генератором посадки вот таким вот образом, по-моему, если я не ошибаюсь, вот так вот было. Вот это все область. Ага. Еще больше. Вот. На единицу сюда, и вот единицу сюда. Вот так вот. Оп. Что мы тут не можем сажать? По растениям. Одуванчики. Пускай будут одуванчики. Пофиг. Без разницы, чтобы тут росло. Главное, чтобы вот эти вот деревья максимально это быстро нас убить. Хотя пускай едят. В чем проблема? Только проблема в том, что у меня ученых нету сейчас. Саня, ты чем занимаешься? Убирай земля, класс. Саня уборщик. Саня, у нас есть кому убирать, давай ты займешься. Да, изучением. Изучение важнее. Йола, чем у нас занимается все это время? А, те сетками. Окей. Обрабатывает. Давай ты косяки доделаешь. Ты сейчас пойди, надеюсь, да, пойдешь косяки делать, это честно. Я думаю, этих запасов нам на зиму хватит. Надеюсь на это. Минутку.